Привет! Вы находитесь на канале The King's Bad. Сегодня я вам расскажу об армянской Пасхе. Но прежде чем начать, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Ну что ж, поехали! По Библии, через 3 дня, когда Иисус был распят и умер, Он воскрес. В Армении утром Пасхи люди друг другу говорят: «Христос Харяв и Мирелот». Он нял и горутил на Христосе, что означает «Христос воскрес из мертвых» и «Благословенное воскресение Христоса». В Армении Пасху еще называют «затык». На Пасху армяне готовят яйца и красят их в красный цвет, что символизирует кровь Иисуса. Армяне до Пасхи рассыпают чечевицу на вату и поливают их каждый день. И вырастает трава на этих чечевицах, и армяне кладут на них яйца, которые они покрасили. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Ну что ж, всем пока!